Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписаться и поставить лайк. Паула Шульц решила отдохнуть с приятелями в одном из местных ресторанов. Употреблять алкоголь женщина не планировала, так как прибыла на встречу за рулем собственной машины. Но друзьям удалось уговорить Паулу расслабиться, и она немного выпила, после чего решила оставить свой автомобиль на ресторанной парковке и уехала домой на такси. Вернувшись на следующее утро на место, где была припаркована машина, женщина увидела прикрепленное на лобовом стекле под дворником послание, написанное на листке бумаги, в котором были написаны благодарственные слова от владельца ресторана Джея Маклина. В частности, он благодарил Паулу за то, что она оставила свою машину на парковке и не села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Маклин написал, что подобное ответственное поведение клиентки его заведение будет вознаграждено. В качестве поощрительного приза Шульц передал ваучер на фунт фирменных куриных крылышек, которые готовятся в его ресторане. «Дорогая посетительница, благодарим вас за то, что вы оставили автомобиль на нашей парковке. Мы очень признательны, что вы не садитесь за руль в нетрезвом виде. В знак уважения к такому ответственному поведению мы дарим вам ваучер на фунтовую порцию наших вкуснейших куриных крылышек. Цените жизнь и хороших вам выходных, Джей Маклин». Приехав домой, женщина рассказала эту радостную новость своим друзьям в Facebook, после чего она разлетелась по интернету, набрав свыше 20 тысяч лайков. Об этой истории узнали журналисты, взявшие интервью у владельца ресторана. Выяснилось, что он неоднократно поощрял своих клиентов, которые вели себя подобным образом. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. Пусть наша история наберет также 20 тысяч лайков. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.